Молодые люди из многодетных семей, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, будут получать компенсацию на оплату учебы. Решение принято на заседании правительства под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Размер компенсации составит 50%. Глава департамента образования Максим Кривонос отметил, что выделить средства на эти цели для ребят из всех многодетных семей города ранее поручал Михаил Развожаев. Для всех многодетных семей, да. Без категорий, без всяких, просто... Без категорий, он должен иметь статус многодетной семьи. По нашей оценке, с 1 сентября у нас уже смогут воспользоваться 147 студентов, обучающихся данной льготой.